Привет всем! Сегодня мы будем готовить трутовик серно-желтый, или, как его еще называют, ТСЖ. Мы его очень хорошенько помыли уже и будем резать для того, чтобы его отварить. Сейчас мы разъединим этого красавца и будем резать. Он режется быстро и легко. Теперь берем вот такой вот кусочек и начинаем резать его ось так. Соломкой. И так дальше все грибы. Вот такая кастрюлька с грибами у нас получилась. Сейчас мы нальем в нее воды и поставим на огонь, чтобы грибы проварились 20 минут. Вот наши грибы уже на плите. Наша грибная нарезка кипит. Вот так выглядят грибы после варки. Пока они варились, мы нарезали лук. Сейчас я режу отварные грибы. Можно резать соломкой, можно кубиками. У кого как получается, все равно будет вкусно. Когда я дорежу, я их отправлю на сковородку жариться. ТСЖ уже в сковородке. Мы его будем жарить до красивого золотистого цвета. Грибы я добавила соль и специи. И добавила еще лук. Жареные грибы с луком. А это отварные, перекрученные на мясорубке грибы. Их можно заморозить или сделать грибные котлеты. Приятного аппетита! Всем до новых встреч!